Доброго времени суток, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале Рукоделие с Верочкой Татариновой. Сегодня я хочу записать небольшое видео и рассказать вам о том, что мне подарили вот такой небольшой букетик жасмина, но я буду использовать его не по назначению, поставить просто в вазу и наблюдать и чувствовать благоухание этого цветка, кустарника, да. Но мне его принесли сегодня с целью того, чтобы я сделала чай, жасминовый чай. И вот я решила немножечко записать и показать, как я его буду делать. Я не буду делать ферментацию в данном случае. Вот. Я просто буду сорвать вот эти вот лепесточки с плодоножечкой, вот так, с тычинками, и собирать их в тарелочки. Тарелочки я беру керамические. Для чего? Для того, чтобы они у меня постоят ночь, обвянут, и тогда я буду их сушить. Если я буду использовать какую-то другую посуду, например, бумажную, да, чтобы сохло лучше, то тогда все вот эти вот ароматные такие... Весь аромат будет уходить в эту бумагу. Здесь, на данном случае, керамической тарелкой, и аромат будет также оставаться в этих цветочках, лепесточках. Мне сказали, что можно использовать и вот эти листики, вот, но что-то я помяла, понюхала, запах мне не особо понравился. Вот, трава травой, так сказать, да. Вот, конечно, может быть, полезные качества в этом есть и свойства. Я все-таки решила для наслаждения, не для того, чтобы там выздоровление какое-то, да, а просто для наслаждения чаем из жасмина. Что я буду делать? Вот, значит, я на ночь поставлю, обвянет это все, вот, и на следующий день я буду его сушить. Но сюда, возможно, я добавлю даже зеленый чай, настоящий зеленый чай, чтобы эти вот лепесточки вместе с чаем высыхали и тоже отдавали свой аромат и целебные свойства. Вот такая вот красота. Я уже нарвала вот пока две тарелочки, и у меня еще здесь довольно-таки, может быть, еще на целую тарелку наберется лепесточков. Ну и вот я беру веточку. Здесь еще можно посмотреть хорошо и увидеть, что у нас вот они, свежие новые побеги. Вот, допустим, сейчас я ее вот так обламываю, оп, чтобы вот здесь вот была вот такая вот пяточка. Видите, для чего я это и делаю? Я вам сейчас объясню. Сейчас я обрываю вот эти все цветочки. На тарелочку складываю. И буду использовать для чая. А вот эту веточку можно укоренить. То есть, вот у нас раз, два, три. Здесь вот мы обрезаем. Сейчас я с помощью ножа или ножниц обрезаем. И вот у нас получается вот такой вот черенок. Нижние листики вот так вот обрываю. Вот. И вот он череночек. И его можно укоренить. Каким образом? В корневин опустить вот этот, эту пяточку. И взять грунт. Лучше всего магазинный грунт. В стакан одноразовый. В стакан не забудьте сделать отверстие, дырочки, для того, чтобы проходил воздух и стекала вода лишняя. Вот. И сверху сантиметра 2, а то, может быть, даже 3, насыпать еще морского песка или речного песка обычного, такого, ну, крупноватенького. Вот. Увлажнить хорошенько и вставить этот черенок. И сверху накрыть другим стаканом пластиковым. Вот, и оставить это на укоренение, ну, может быть, даже на месяц.
Вот, через месяц вы открываете, смотрите, и должны быть, по сути, корешки. Вот, и можно будет размножить такой жасмин. Но я в данном случае я делать этого не буду. Вот, но это возможно. Вот, таким вот образом обрываем все лепесточки. Ну, также можно взять вот так вот тоже, видите, как черенок использовать, а цветочки мы используем в чай. Вот таким образом набираем цветочки для чая. У меня получилось 4 тарелочки этих великолепных лепесточков. И сейчас я оставляю это на провяливание, чтобы оно у меня подвяло маленечко. И тогда будем дальше делать следующим этапом. Вот постояли у меня 2 суток. Вот так превратились листочки жасмина, уже обвяленные. Уже имеется такой характерный запах жасмина. И сегодня я хочу соединить эти лепесточки с этим ароматом с зеленым чаем. Вот у меня есть вот такой обычный зеленый чай, листочки. И буду соединять. Я взяла большую керамическое блюдо, насыпала туда все лепесточки жасмина и выспала чай сухой. Теперь я все это перемешаю тщательно и оставлю это до момента высыхания самих вот этих вот лепестков жасмина. При этом при высыхании все ароматные свойства свои жасмин будет передавать зеленому чаю, то есть перемешается вместе запах, и будет у нас ароматный зеленый чай с жасмином. И это будет натуральный аромат, не с какими-то там определенными вкусовыми и ароматизированными добавками, а именно настоящий жасмин. Ну, у меня он постоит еще 2-3 дней. До полного высыхания. Периодически буду вот так вот перемешивать. Можно было бы, конечно, сделать все это на сушилке или в духовом шкафу. Но я хочу, чтобы естественно вот не жарилось все это, а естественно сохло и передавало вот эти все ароматы вместе с чаем. И вот таким вот образом буду сушить дальше. Вот такая вот красота и аромат получается. Ну вот, мой чай постоял еще 3 дня. Теперь он основательно высох. Ароматный очень чай. Если попробовать на запах, очень приятный ароматный чай. Пахнет зеленым чаем с тонкими оттенками жасмина. Ну и сейчас мы заварим этот чай, посмотрим, какой он будет в заварочном чайнике и в кружечке. Ну, сейчас мы в заварочный чайник добавим несколько ложечек чая. Ну, обычно я делаю 3-4 чайных ложки. И 4. Этого будет достаточно. Вот. И зальем кипятком. Залили мы кипятком наш заварочный чайник. Сейчас немного настоится. И будем пробовать.
Чтобы хорошенько заварился, я просто накрыла салфеточкой. Вот такой вот уже насыщенный у нас чай получился. Мы видим, все листики чая опустились вниз. Наверху у нас жасмин. Прям раскрылись вот такие вот цветочки. Так, резкость. Вот такие вот цветочки, лепесточки жасмина. Довольно-таки такой красивый вид. Ну и сейчас мы попробуем на вкус этот чай. Снимаю все одной рукой, потому что нет такого штатива, чтобы все это показать. Поэтому не судите меня строго. Делаю все в домашних условиях. И наливаем чай. Вот такой вот чай у нас получился. Идет характерный запах жасмина, идет аромат, очень приятный. Можно здесь добавить веточку мелиссы по желанию. И пьем такой ароматный, вкусный, полезный чай. Здесь вот попалась тычинки ароматные. Вот. Приятного аппетита!